В одном из ночных клубов Мадрида обвалился потолок. По меньшей мере 26 человек получили ранения, и просто на посетителя обрушилось 16 квадратных метров перекрытия. Полиция и службы спасения немедленно прибыли на место происшествия. Из здания сразу же эвакуировали всех людей. Некоторым пострадавшим оказали помощь на месте. 11 человек до сих пор находятся в больницах. Полиция проводит расследование инцидента. Нам нужно было вытащить людей и закрыть клуб для профилактики, потому что другие участки подвесных потолков также повреждены. Второй этаж клуба будет закрыт на время следствия.